Чувашия снежная лавина накрыла лыжника. Инцидент произошел на мысе «Птичий полет». Выбраться из снежного плена молодому человеку помогли друзья. В Козловском районе сняли на видео гуляющую рысь. Хищник шел по заснеженному полю рядом с деревней Криуши. После того, как в Чебоксарах прошел ледяной дождь, троллейбус пытался подняться в горы на улицу Гузовского, но не вышло.